Біржа благодійності «Добродій», мабуть, одна з найбільш відомих благодійних платформ у Дніпрі. Її вирізняє все – і зручний сайт, і кількість добрих справ, ба навіть і назва – не фонд, не організація. Біржа благодійності. У серпні «Добродію» буде 2 роки. Ми вітаємо з днем народження і організаторів біржі, і її, так би мовити, клієнтів. Багато хто завдячує «Добродію» життям і здоров'ям. Олена Сосєдка, одна із співзасновниць біржі, сьогодні наша гостя. Елена, здравствуйте. Добрий день. Ну, наскільки я знаю, основання і рождення «Добродія» – це діло сімейне, діло совмісне з вашою сестрою Юлією. Як це було? Вы знаете, мы давно занимаемся благотворительностью, у нас был фонд, который мы содержали сами, как бы, если это можно назвать слово «содержали», называется он до сих пор «Сердца трех». А потом мы поняли, что надо просто каким-то образом приобщать наше население, потому что в тот момент, 2 года назад, был очень большой всплеск патриотизма, очень было сильно развито волонтерское движение, это все только начиналось, и мы тогда поняли, что мы можем построить такую платформу, когда человек в любой точке мира может перевести деньги на тот проект, который ему будет близок. И самое было для нас большое требование – это как бы прозрачность, прозора так называемая. Мы еще в те времена поняли, что мы должны полностью дать людям всю отчетность и не брать ни в коем случае у людей деньги на административные расходы, на зарплаты сотрудникам, на аренду, что это мы должны покрывать сами. А людям просто дать возможность помогать от чистого сердца проекта, так называемым. Внимание биржи ограничили нашей Днепропетровской области. Ну, на мой взгляд, это достаточно правильно, поскольку нельзя объять необъятное. И вот если сейчас говорить о тех результатах за вот этот промежуток времени, 2 года, что удовлетворило вас? Вы знаете, на самом деле, действительно, мы взяли только Днепропетровскую область, и, как показывает статистика наша, потому что это интернет-ресурс, у нас заходы со всего мира, очень много заходов с России, очень много заходов в Чили, очень много заходов с Китая, с Канады, с Америки. Но пожертвования, как правило, происходят с Украины, с Днепропетровска, Киева, Запорожья, Днепродзержинска. Вы знаете, очень интересная молодая команда, креативная, они все время придумывают какие-нибудь интересные поддержку детей, всякие моушены. То есть там пробежка, то это встреча со знаменитостями, то это благотворительный аукцион, где художники нашего города просто пожертвовали свои работы. Аукцион открывал Борис Альбертович Филатов, наш мэр, и все было хорошо, мы собрали больше 200 тысяч гривен. Ну, как-то, вы знаете, все время, поскольку команда молодая, они придумывают всякие интересные вещи, то вот за эти 2 года мы собрали около 6 миллионов, и пожертвование наших клиентов составило больше 5000 людей. Вот смотрите, достаточно интересно и наблюдать, и услышать от вас, как работает биржа, какой ее принцип, и вот эти вот магические цифры 2, 4, 8, которые достаточно легко найти. Почему именно? Откуда такое... порядок цифр? Ну, вы знаете, у нас было такое желание, чтобы человек мог сказать какой-нибудь такой набор цифр, который даже при плохом слышимости телефонного аппарата или при плохой какой-то неразборчивой речи были всегда понятны. 248 – это, с одной стороны, как бы геометрическая прогрессия. Мы таким образом хотим подчеркнуть, что каждое добро, оно удваивается. Ну, и это очень легко на слух воспринимается. Мы вместе с вами посмотрели сюжет Насти Потапенко. Да. Вот давайте на ее примере поговорим. Вот как работает ваше детище? Настя талантливый музыкант. К сожалению, она столкнулась с трагическим обстоятельством своей жизни. Ее родители обратились к нам на биржу. Мы вывешиваем полностью ее историю. Как бы у Насти есть свой... такой порядковый номер. Любой человек может зайти на 248.dp.ua, увидеть ее историю, перечислить деньги на этот счет и тут же получить обратную связь. Он моментально появляется в отчетности биржи, как если он это сделал не анонимно, а благодаря, а подписался. И также он потом получит в любом случае на свой email-адрес всю информацию по поводу Насти, как она себя чувствует, какие у нее реабилитация, что с ней произошло. И он может взять в отделении банка любую информацию относительно этого проекта или запросить у нас на бирже. Помощь в один клик – это достаточно здорово, но есть определенная категория людей, их понять можно, которые, ну,
или не очень дружат, или не очень доверяют вот интернетным позициям. Принимаете ли вы помощь наличными? Вы знаете, это можно сделать, безусловно, через кассу банка, потому что биржа не имеет права принимать наличными пожертвования. У нас как бы есть, заходишь в кассу банка и делаешь перечисление на расчетный счет, так действительно наши московские друзья, которые не в состоянии это делать гласно и не в состоянии это делать через эквайринг интернетовский, переводят так деньги, таким образом приезжая на Украину, заходя в банк и просто кладя деньги на расчетный счет биржи. А если говорить о других формах благотворительности, возможных, ну, под вашими флагами добродия, что еще есть? Вы знаете, мы на самом деле, очень у нас есть нематериальные такие активы. Мы очень часто принимаем вещи для детей, а то переселенцев, лекарства, ненужные энциклопедии, которые, у нас был такой интересный проект, подарим энциклопедию, прочтенную тобой ребенку другому. Очень много книг, очень много детей даже с школ приносят свои какие-нибудь там подделки, рисунки или ненужные рюкзаки, которые уже ребенок вырос, и он понимает, что эта вещь может кому-то доставить радость и удовольствие. Почему люди могут доверять и помогать именно через вас? Потому что, я повторяюсь еще раз, мы абсолютно прозрачные. Нам нечего скрывать. Может любой человек взять любую распечатку, начиная от банковского счета, заканчивая конкретного проекта. Мы даем всю полностью информацию. Мы не даем наличные в руки родителям. Мы покупаем только по безналу медикаменты или переводим на расчетный счет клиники. Это тоже все можно увидеть у нас на сайте. Мы не берем деньги за административные расходы с людей. Мы сами с сестрой это содержим. И зарплаты, и помещение, и аренду, и констовары, и все другие расходы. Поэтому, пожалуйста, дарите добро людям, и вам воздастся сторицей. Ну, абсолютно отвлеченная сейчас фраза. На ваш взгляд, почему есть еще люди, несмотря на то, что уже достаточно раскрученный бренд «Добродий», 2 года вам, да? Но есть люди по-прежнему, которые о вас ничего не знают, для них это звучит как новость. Вы знаете, наверное, потому что мы не тратили деньги на рекламу, у нас всегда есть более какие-то насущные, более нужные проекты, потому что биржа поддерживает ветеранов, это уже давний проект наш, который мы ведем на протяжении 6 лет, и каждый квартал мы поддерживаем 90 человек новых, мы им перечисляем там 1200 гривен в квартал каждому человеку. Поэтому, поэтому мы не тратим деньги на рекламу, это как сарафанное радио. Вот спасибо вам большое, вы нас пригласили, может быть, каким-то образом мы тоже, могут кто-то про нас сегодня узнать. Сегодня кто-то о вас узнает. Да, кто-то, да, про нас узнает. Знаю, что в вашем проекте может поучаствовать не какой-то конкретный, к примеру, там человек, и вы можете помогать и определенным учреждениям, ну, например, я знаю, интернаты. Интернаты, да, у нас был в начале года, да, большое такое даже маленькое непонимание с обладминистрацией по поводу одного интерната, но, слава богу, все разрешилось. Мы также выиграли грант японского посольства по поводу Покровской больницы на 1 880 000 гривен и поставили уже эндоскоп в больницу, и его можно увидеть, и он работает сейчас, и японцы очень следят за этим, приезжают, делают аудит, и, потому что это очень дорогое оборудование, они смотрят, как врачи наши работают, и чтобы его не растащили, потому что это Покровская больница рядом с АТО зоной. Поэтому, да, мы также поставляем оборудование в другие больницы, мы очень с Хитриковым Александром Львовичем тесно работаем, и с третьей детской работаем тесно, с брошенными детками, недоношенными. Вот сегодня как раз у нашего одного подопечного была операция, мы за ним, проверьте, молились всем офисом. Прошло все удачно? Надеюсь, вот-вот-вот, это пятая операция, но еще сложно говорить. А вообще, вот как часто к вам обращаются руководители, ну, тех или иных заведений, в том числе и сиротских, за помощью? Ой, это, конечно, по помощи крик сос, как правило, потому что вот не было вакцины уж на космическое от бешенства, и есть тендеры, безусловно, и сейчас, слава богу, налаживается все, но им нужен сегодня на сейчас, а тендеры — это длинный процесс, это как правило, там 5-6 дней минимум, а им сегодня приходят детки, которых, не дай бог, покусала собака, а нету прививок от бешенства. Они звонят, сос, кричат, помогите, сделайте что-нибудь, дайте нам что-то, а потом мы как-то с вами там что-нибудь вам документами закроем или что-нибудь делаем. Ну, конечно, мы идем навстречу. Ну, вчера, кстати, у нас была представитель облздрава департамента облгосадминистрации, которая отвечает за здоровье населения, пообещала, клятвенно заверила, что уже вакцину против
сказа завезли. Ну, у нас вообще сейчас проблема с вакцинами, не только против бешенства, а по всем. Это у нас сейчас как бы бич, но я надеюсь, что мы справимся с этой задачей. А вот бывают случаи, когда вы помогаете взрослым? Мы сделали один раз исключение на бирже. Это была мама 12 деток. Она получила от нас деньги на химиотерапию, она заболела раком. Но, в принципе, мы сосредоточены только на деток. Может, потому что мы сами многодетные мамы с моей сестрой. Ну и наверняка хотелось бы многим нашим зрителям услышать, будет ли какой-то праздник, торт, чай. Да, вы знаете, мы с удовольствием всех ждем в арт-центре «Квартира» в понедельник в 6 часов вечера. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, Олена Сосєдка, одна з півзасновець біржі Добродій, була у гостях 9 каналу. Людина з добрим і щирим серцем, яка допомагає багатьом нашим маленьким мешканцям Дніпропетровщини.